это не чушь, это правда. Дело в том, что вот ритм примерно 103 удара в минуту, точнее от 100 до, точнее 99 до 110, это как раз рекомендуемый ритм для того, чтобы проводить непрямой массаж сердца. То есть при давлении на грудную клетку, для того, чтобы сердце прокачивало в достаточной мере кровь через себя, и для того, чтобы обеспечить сердечно-легочную реанимацию, до того, как спецсредства могут быть использованы, это самый подходящий ритм. И поэтому вот именно... А так как песня достаточно известная, и люди как бы ее знают, и могут представить себе примерно, с каким ритмом она играет, то можно на этом основании просто вспомнить, с какой частотой играет Макарена, значит, и вот с такой частотой можно совершать движение давления на грудную клетку. Интересно. Для того, чтобы... Как проходил эксперимент? Я читала, было 3 группы студентов, каждая из них выполняла вот этот непрямой массаж, компрессию грудной клетки под удары метронома, первая группа. Да. Вторая про себя напевала Макарена, а третья просто была контрольная и ничего не напевала и ничего не слушала. И выяснилось, что пользовавшиеся метрономом студенты 91% выдержали правильный темп, 100-120 нажатий, про которые Павел только что сказал. На втором месте были вот добровольцы, которые исполняли испанскую песню, 74% справились, и 21% всего лишь, которые ничем не пользовались, справились тоже с задачей. 74% это, конечно, не 90, но пишут, так как не у всех есть с собой метроном. Ну вот об этом и речь, что если конкретно задается ритм, то, естественно, его проще держать. Когда ритма нет никакого, то показатель вот 20% как раз показывает, что люди не могут просто даже удержать. В стрессовой ситуации трудно себе представить, как человек такой на 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 на. Ну, вы сейчас быстрее, намного. Намного? Да покажите, как правильно. Давайте, Саша включит, а вы похлопаете нам. Ты быстро делаешь. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. Включай, давай. Ой. Это не то. Это слишком быстро. Так. Похлопайте, Павел, как правильно. Ну, так вот оно. Вот я и хлопаю. Только на прямых руках делается, если... Ай. Вот. Ай. Немножко сбивает. Ай, это все, и все хорошо в этот момент. Что касается музыки, которая оказывает какое-то влияние на человеческий организм, я читал где-то, что большинство песен Modern Talking, они созданы в ритме ударов человеческого сердца, и поэтому они так легко воспринимаются. Ну, вообще, поп-музыка обычно подразумевается, что поп-музыка, она вся находится где-то в примерно там в 110-120 ударов в минуту. Поэтому ты подсознательно ее уже как бы воспринимаешь и любишь. Да. И кажется, что это вот, что входит в резонанс. Не только Макарену можно напевать, не только Макарену можно напевать, просто это популярная, известная всем фактически песня. Просто делая массаж сердца, напевая. Давайте попсу. Да. Будет увеличенные шансы. Давайте поедем дальше. Давайте. Российские исследователи показали, что использование микрокапель воды при тушении пожаров в 3 и более раз эффективнее их тушения обычными методами. Это открытие может значительно упростить тушение крупных лесных пожаров. Это как? Вот давайте разберемся. Ну, во-первых, для начала стоит отметить, что если это... Если бы было так просто, мы бы не горели. Да, это не просто так, а томские ученые, то есть наши сибирские ученые... Братья наши. Да. Значит, во-вторых, что касается самого явления, лучшим способом тушения любых пожаров является насыщенный влагой воздух. То есть не просто выливание воды или выливание какой-то другой жидкости или там, наоборот, порошка. А когда такой воздух в естественной среде, так и огонь и не разгорится сильно, чтобы был он пожар. Он потому и не разгорается, потому что насыщенная влагой воздух, вот и когда пожар, мелкодисперсный, то же самое. То есть мы создаем искусственным образом туман. Вот. Как это делается? Ну, есть очень много агрегатов, уже давно известных. И там, они уже давно используются. Туманомашины всевозможные, просто которые насыщают именно воздух мелкодисперсной такой пылью водяной. И они, соответственно, способствуют тому, что влажность и объем
этой влаги в воздухе очень высокий, и в результате просто горение не может происходить, потому что весь кислород, он связывается во влагу. Ну, в масштабах леса, лесов огромных, это еще пока не используется? Ну, это не используется, но это может использоваться, то есть также точно насытить воздух мелкодисперсной водной пылью и в результате создать вот такую подушку своеобразную, особенно это важно создать ее внизу в приземной территории, для того, чтобы как раз пламя не могло подниматься вверх. И, соответственно, так как будет почва тоже увлажняться, и трава там и так далее, это не будет распространяться огонь. Мы просто себе искусственно создадим какой-то тропический климат. Но это не тропические, это просто влажные условия. То есть горят обычно там, где все высыхает. Допустим, болота когда горят? Когда высыхает верхний слой, трясина высыхает, и, соответственно, вот образуется сухостой, там, и он начинает гореть. Потом перекидывается на торфяники, например. Вот. А если создать такие условия вокруг, что огонь не сможет просто распространяться, то, естественно... А это не вредно для планеты? Мы будем вмешиваться в ее природу и сами создавать такой климат, какой нам удобно. Ну, мы давно вмешиваемся еще. Мы в прошлый раз вот обсуждали, как мы вмешиваемся другими способами, гораздо более суровыми, чем создание просто влажного климата. Наоборот, сейчас, допустим, особенно в зонах, где аридный климат, то есть сухой. Наоборот, полезно было бы. Да, увлажнение, усреднение это может привести к тому. А можете примерно навскидку прикинуть, сколько понадобится вот этих туманомашин, чтобы потушить горящие? Нет, ну тут же еще пока неизвестно, какого они там будут размера. Может, это будут какие-то большие агрегаты, которые смогут там за час гектар там туманом насытить. Ну а через сколько такие инновации тоже сложно представить? Да нет, ну просто это все зависит от того, насколько те люди, которые, в смысле не люди, а производство, которые в этом будут заинтересованы, насколько быстро они там... По сути, можно выпускать уже сейчас начать. Конечно. Бытовые туманомашины всякие там, они есть сейчас. То есть нужно просто масштаб увеличить и все. Понятно. Продолжаем беседовать у нас в гостях, как всегда, в этой рубрике «Элементарно». Павел Хаснулин. Это я. Да, научный популяризатор. Доброе утро еще раз. 15 июня сегодня, и помимо многих разных других праздников, сегодня еще и годовщина того события, когда был британский такой фотограф Эдвард Майбридж, когда он снял 15-секундный фоторолик скачущей лошади, который был нужен для анализа движения, которое не может уловить человеческий глаз. Ну, давайте для начала коротко про эксперимент, потом про самого фотографа. Значит, это произошло 15 июня 1978 года. 1878. Да, да, 1878. Это очень давно. И вот тогда, чтобы получить вот эту анимацию, сколько фотоаппаратов он использовал? Нет, он использовал один фотоаппарат, но вообще эксперимент сам был заказан Стэнфордским университетом. То есть это было нормальное научное исследование. И смысл его заключался в том, что как раз тогда исследовалась Стэнфордом возможность восприятия человека скорости изображения. Ну, то есть все, наверное, слышали, что мы воспринимаем изображение со скоростью 24-25 кадров в секунду. То есть мы можем с достаточно небольшой частотой воспринимать движение. Сначала движение происходит, а потом мы его видим вот так. Не то, что мы улавливаем только те движения, которые укладываются в частоту 25 Гц. То есть, если частота выше, мы их уже не различаем. И некоторые движения, которые происходят вокруг нас, они намного быстрее происходят, и мы не можем это улавливать. В том числе, например, очень часто встречающееся явление, допустим, скачущая лошадь, которая, когда она скачет галопом, человек не может уловить, действительно ли лошадь, то есть все ли конечности лошади во время галопа отрываются от земли. Да, такое ощущение, что он как-то вот так вот делает. Просто да, ну, то есть сокращает ноги. То ли какая-то из ног остается на земле, то ли, значит, они все в воздухе, это было неизвестно. И вот как раз Стэнфордский эксперимент,
1878 года, который Макбридж производил, он как раз и показал, что лошадь действительно поднимает все четыре ноги и существует фаза полета. То есть то, что то есть, как при беге у человека обе конечности отрываются, вот у лошади все четыре конечности отрываются от земли. Ролик есть на YouTube, можно легко найти, он достаточно распространен, да, это посмотреть. Да. Вот. Но это был первый такой научный эксперимент с использованием фотографий. Важно отметить, что тогда никакой пленки не было, фотография производилась на пластинах, ну, то есть это достаточно сложно просто, там стеклянные пластины были, и это было достаточно сложно сделать, но вот он. Так с первого раза все получилось? Не с первого раза. Первый раз был вообще в 1872 году, не получилось, там технологически он усовершенствовал камеру, и вот в 78 году эксперимент получился, правда, потом некоторые историки осуждали и говорили, что это все было сфабриковано Стэнфордским университетом, что на самом деле они там в течение долгого времени, значит, подставляли уже данные под это. Ну, смысл в том, что день в историю вошел как вот именно день... Когда человек узнал, что да, четыре ноги одновременно на земле. Мини-кино было сделано. Но и сама, еще интересна сама биография фотографа Макбриджа. На самом деле у него оригинальная фамилия Макбридж. Родился он в Кингстоне, то есть на Ямайке. Тогда это была Британская империя, то есть он был англичанином. Но еще в раннем возрасте его семья переселилась в Соединенные Штаты, и, соответственно, вот он проживал в Соединенных Штатах. А еще интересно, что сам эксперимент, он называется «Галоп Салли Гарднер», так звали лошадь. А, я думала наездника, если честно. Нет, так звали лошадь, и называется «Галоп Салли Гарднер», по имени лошади, которая... Понятно. Там кентукская порода, и вот можно по имени сказать, лошади... это одна из самых знаменитых лошадей в мире. Да, 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 да. Здорово. Еще есть один повод, который мы успеваем отметим. Еще обсудить. Да, Всемирный день ветра также отмечается 15 июня. Инициаторами была Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Такое да. есть. Да. Такие структуры в мире есть. Цель, конечно, привлечь внимание к ветроэнергетике. Все верно. На данный момент из возобновляемых источников энергии, то есть из тех, которые мы можем получать из природы, и они не ограничены ничем, то есть мы не извлекаем никакое сырье. Не наносим никакого никакого, ну, почти никакого вреда. Там шум есть и все такое есть, но это все оптимизируется. И самое главное, что ветроэнергетика является самым эффективным способом получения энергии. То есть ни гидроэлектростанции, ни термальные, ни какие другие, почему они все вот менее эффективны. Почему тогда их меньше, ветроэнергетических потому что, станций? Само производство достаточно дорого, но они быстро очень окупаются. И, к сожалению, у нас в стране пока этого не понимают. Я могу сказать на примере, допустим, Северной Европы, где очень много ветроэнергетических установок. И, например, Китай на данный момент сейчас является лидером по ветроэнергетике. Все северные районы Китая, там, где как раз гуляют достаточно сильные ветры. А надежный ветры, ли пустынные. Это источник, или он больше подвержен каким-то сбоям, например? Нет, он как раз, вот именно, что он надежный, во-первых. Во-вторых, он быстро окупается, и он очень энергоэффективный. То есть как раз цель этого дня привлечь внимание к тому, что беда наша в том, что мы просто не хотим отказываться от привычных. Конечно. Гораздо проще что-нибудь выкупать и сжечь, чем построить и получать возобновляемые источники энергии. Поэтому призываем всех, чтобы задумывались об этом, сохраняли окружающую среду. Петиции. Можно подписывать петиции, можно просто привлекать внимание общественности и, соответственно, государства к тому, чтобы заниматься именно... Праздновать День ветра сегодня, чтобы государство обратило на того, вас внимание. Для того, чтобы обратили внимание на то, что нужно пользоваться, использовать возобновляемые источники энергии. Вот. Спасибо большое. Научный популяризатор Павел Хаснулин, как всегда, был у нас в гостях в это время. Спасибо. Welcome. Ветра, братья.